1 декабря срок уплаты имущественных налогов гражданами. Оплатить налоги можно уже сейчас с помощью единого налогового платежа через сайт налог.gov.ru. МЧС России по Владимирской области предупреждает. Более 20% всех пожаров в жилье происходят из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электроприборов и печей. Соблюдайте требования пожарной безопасности. В опасной ситуации звоните 101 и 112. Я сейчас буду заходить в голову, посмотрите, Ну, сразу все здесь.